Кортеж из 20 машин. Сотрудники ГАИ, активисты движения «Ночной патруль» и волонтеры. Длинные автоколонны следуют через весь город. Специальный маршрут по основным магистралям города, чтобы на слоган «Самара без ДТП» обратили внимание все. Участники автопробега останавливаются в местах самых резонансных аварий. Здесь, на овраге подпольщика, в декабре 2015 года пьяный мужчина, возвращаясь с корпоратива, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с такси. У погибшего таксиста дома осталось трое детей. На остановках у знака «Здесь погибли люди» активисты возлагают цветы и поминают погибших минуты молчания. Главная причина этих аварий – пьяные за рулем. Именно с ними и борются участники движения «Ночной патруль». За полтора года они остановили более 400 нетрезвых водителей. Нередко бывает, что, значит, активисты пытаются человека остановить, то есть намекая ему на том, что, наверное, не стоит в таком состоянии ехать. Но, как правило, человек пьяный, который уже решил сесть за руль, он уже поедет дальше. Ну, в этот момент его сотрудники полиции уже задерживают и, соответственно, привлекают его по всей строгости закона. Пьяные водители – лишь один пункт неутешительной статистики. За 10 месяцев 2016 года на дорогах региона произошло 3125 ДТП. В них погибли 357 человек, среди которых 9 детей, и более 4000 получили травмы. Какие-либо мероприятия, которые направлены на сохранение жизни, мы не проводили, в том числе это фото- и видеофиксация нарушения автоматическое. Это какие-то мероприятия организационные, это технические мероприятия. В любом случае, основное зависит от самосознания человека, и наибольшая проблема – изменить самосознание. Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП. В Самаре этот день провели с большим масштабом. Автопробег финишировал на площади Куйбышева, где работали интерактивные площадки. Жители города смогли увидеть концерт, фильмы о безопасности за рулем и показательную операцию МЧС. Желающие могли сдать кровь в мобильном пункте переливания. А завершился день флешмобом. Собравшиеся запустили в небо воздушные шары в память жертв ДТП. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.